Патогенный грибок превращает самок насекомых из семейства мягкотелок в зомби, которые привлекают самцов и заражают их инфекцией. Многие паразитические грибы известны тем, что управляют предсмертным поведением зараженных насекомых с целью распространения своих спор. В большинстве случаев она заключается в фиксации насекомого к растению, ногами, челюстями или отростками самого гриба, что повышает вероятность контакта со здоровыми представителями того же вида. После заражения жук впивается челюстями в цветок, становится неподвижным и умирает. Самое необычное ученые пронаблюдали потом. Спустя 22 часа под действием грибка мертвое насекомое расправляет надкрылья и крылья. При этом его брюшко увеличивается в объеме. Если это происходит с самкой, то расположение на цветке, расправленные крылья и крупное брюшко служат признаком готовности к размножению. Самцы, приближаясь к зараженной самке, вступают в контакт со спорами паразита, заражаются и также распространяют инфекцию. Японские биологи обнаружили еще один удивительный пример зомбирования. Личинки одного из видов наездников не только используют своих хозяев, пауков-крухопрядов, в качестве пищи, но и заставляют их плести для себя коконы. Спасибо всем за просмотр ролика до конца, надеюсь, вам понравилось видео.